Ждем Xiaomi Mi 10. Платформа Snapdragon 865,12 ГБ оперативной памяти, поддержка 5G и никаких вырезов. Флагманский смартфон 2019 года компании Xiaomi только-только начал продаваться, а в сети появились слухи о его наследнике. Если у Xiaomi Mi 9 еще присутствует небольшой каплевидный вырез, то Xiaomi Mi 10 вырезов лишится вообще. Смартфон должен получить безрамочный экран OLED диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2248 на 1080 пикселей. Несмотря на отсутствие вырезов, ожидается функция 3D-сканирования лиц для аутентификации. Дактилоскопический датчик тоже будет присутствовать, под экраном. Для задней панели компания перестанет использовать стекло и перейдет на керамику. Смартфон будет основан на следующей флагманской однокристальной системе Snapdragon 865 со встроенным модемом 5G. Объем АЗУ вырастет до 12 ГБ. Минимальный объем флеш-памяти составит 128 ГБ. Также будет вариант с 512 ГБ. Также смартфону приписывают аккумулятор емкостью 5000 мАч, тройную основную камеру с датчиками разрешением 20 мп и 5 мп, шестикратным оптическим зумом, оптической стабилизацией изображения, ночным режимом и функциями искусственного интеллекта. Стартовая цена ожидается на уровне $553. Анонс состоится уже в следующем году.